Кировская управляющая компания «Горэлектросеть» продолжает ремонтировать дороги в своих дворах. В эти дни подрядчик Центр материально-технического обеспечения города приводит в порядок двор по адресу Олимпийская, 38-44. Рабочие вот-вот приступят к непосредственной заливке ям. Ориентируются исключительно на погоду. Люди и техника ежедневно в полной готовности. Сухо должно быть, так, по-моему. Но у нас не очень погода была. Предыдущий день у дорожников частично потерян по погодным условиям. Основное препятствие – все тот же дождь. За две щедрые на сырость недели полностью приведены в порядок три дворовые территории. Продолжительность работ в том или ином дворе прямо пропорциональна состоянию проезжей части. Оно все зависит от количества ям. Если очень много ям, то занимает примерно дня два. А если мало ям, то, то за день все делаем. Здесь за сколько справитесь? Оцените. Мы думаем, за день здесь уже все заделаем. Ясно, что идеально ровно все не станет. Эти работы – мера временная, которая позволит до капитального ремонта обойтись без лишних затрат. Тем более, что большинство управляющих компаний на такие мероприятия с жильцов собирают дополнительные средства. К ремонту мы относимся всегда положительно, лишь бы этот ремонт всегда был качественный и надолго. Но что касается этой дороги, я скажу, что эта мера, я так понимаю, временная, но тем не менее, как залатали, это лучше, чем ямы. Без ямы подвески авто целее будут, да и пешеходам удобнее. Внешний облик территории меняется, а те, кто еще не дождался ремонта в своем дворе, задаются вопросом – когда? Ремонт дорожного покрытия во дворах, ямы – это то, на что наиболее часто жалуются жители. Просят оказать содействие в устранении данных ям. И вот в этом дворе я уточняла управляющей компании «Кировская горэлектросеть», ремонт автодорог будет производиться уже в ближайшее время. Если погода не внесет серьезные коррективы, за оставшийся летне-осенний период такие ямочные ремонты планируется провести во всех дворах управляющей компании «Горэлектросеть».